Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик про NesterP. Сегодня хочу затронуть такую тему, как бизнес. У меня остался один бизнес, получается. Это земельный участок в Подмосковье. Стоимостью он мне обошелся 10 миллионов, то есть по госстоимости. И что я хотел вообще от этого? Смотрите, с выпуском той обновы, в которой добавили они ценные бумаги, то есть новая прокачка и ценные бумаги, я начал прокачивать. Сейчас у меня 7 уровень. Сейчас я прокачаю до 8 уровня. И я хочу поделиться вообще, стоит ли это делать. Сколько прибыли приносит бумаги, сколько прибыли стоит за 8, получается, левел. И в том роде. Сейчас у вас, получается, выйдет на экране табличка, сколько он стоит, сколько он приносит именно по ГОСКе, стандартно его. И потом уже я вам скажу, сколько он приносит, сколько я вложил в него и тому подобное. Ну а также вы эту табличку можете найти у меня в Дискорде. Ссылка будет в описании. Ну а мы поддержаем, получается, мой бизнес и продолжаем считать уже. Итак, поддержаем бизнес, получается, моему земельный участок. Велосипед. Не глушится, ну ладно. Заходим, нажимаем H. Получается, вот бизнес. Смотрите, сейчас у меня 7 уровень. Он мне принес 322 тысячи. Это грязные. Давайте я пополняю на максимум. Вот, он мне принес 233 тысячи. Это чистая прибыль моя. Если посмотреть по табличке, сейчас она вырезет. Он должен приносить 102 тысячи. То есть на 131 тысячу за, получается, 7 уровней я прокачал. Поэтому сейчас мы поднимаем. А, давай сначала выведу с лицевого счета все, где все бабки. Поднимаем до 8 уровня. У меня получается 2000 бумаг. На 5 у меня было 1200, если я ошибаюсь. Поэтому... Так, сколько нам не хватает еще? 27 тысяч. Давайте пополним 27 тысяч. 27 тысяч пополнить. То есть запомнили, да? То, что он мне принес на 130 тысяч больше на 7 уровне. Я сейчас подожду еще сотки и скажу, сколько он приносит уже на 8 уровне. И в чем разница? Смотрите, сколько я вложил в него уже денег. Вложил я в него в районе 12 миллионов на прокачку всех этих уровней. То есть за 8 уровней я вложил примерно плюс-минус, ну давайте посчитаем, 13 миллионов. То есть он мне обошелся в 23 миллиона, да? Смотрите, получается 23 миллиона. Что мы можем купить за 23 миллиона? Сейчас у вас будет такая табличка. Смотрите, считаем, 23 миллиона. Ну давайте возьмем, допустим, военкомат 22 500, да? Он мне, то есть он приносит 234 тысячи. Это вот как сейчас он принес мне на 7 уровне. Но на 7 уровне я еще не вложил эти 2,5 миллиона. Это получается, он мне обошелся в 20 миллионов. Правильно? Правильно. То есть мы получаем обычный бизнес, как, допустим, вот цирк Шапито, да? 20 миллионов приносит 235 тысяч. То же самое. Но у него расход в неделю получается, точнее, налог в неделю получается 250, а у меня 172 всего лишь. И это на 8 уровне, на 7 еще меньше было бы. И плюс к этому у меня еще дает плюс в сутки бумаги 2000. Я также могу это взять и продать, эти бумаги 2000, у меня будет какой-то прибыль с этого идти. Поэтому, я думаю, логично подумать то, что лучше, чем покупать бизнес, это, допустим, то же самое цирк Шапито, который продают там втридорога, лучше купить какую-нибудь СТОшку наподобие земельного участка моего и прокачать ее, вложить еще эти 10 миллионов, да, и прокачать, и вы будете получать тот же доход, но плюс у вас еще будет ценные бумаги, которые вы можете продать, и у вас будет бизнес прокачанный, тем самым вы можете его еще дороже продать.
Итак, ну что, наступил следующий день, получается. Заходим в наш бизнес. Бизнес. 8 уровень, прокачанный. Принес 341 тысячу, нажимаю максимум, пополняю. 243. То есть, за 7 уровень он мне принес 233. Это на 9 тысяч, типа, он надбавил. Ну, такое себе. Но у меня 2000 бумаг. А было по 3000. Если я, допустим, сделаю вот так, шоп, ценные бумаги. Так, то есть, смотрите, получается, разместить объявление, ценные бумаги, далее, выбрать далее. Получается, ставим 2000. Получаем 8 миллионов. И тем самым мы отбиваем часть затрат. Если делать, ставим 4 бумаги. Угу. То есть, по итогу, что мы получаем? Смотрите. Бизнес за 10 миллионов. Я его прокачал еще на определенную сумму. По итогу мы получаем такой же бизнес, даже чуть-чуть меньше, наверное, и больше, меньше стоимостью и больше прибылью, как вы покупали бы, допустим, с госбизнес. Но плюс к этому мы еще имеем ценные бумаги, которые каждый день приносят нам сколько? Приносят нам 98 тысяч каждый день. Итого, нужно ли прокачивать или не нужно прокачивать, решать только вам. Но такие бизнесы, как СТОшки, такие земельные участки, то есть до 15 миллионов, я думаю, их стоит прокачивать, и как бы с них нормальная прибыль будет. Ну а вы поддержите, получается, лайками, комментариями. Если этот видос типа зайдет нормально, вам понравится, то я прокачаю до 10 уровня и посмотрим, сколько там будет на 10 уровне приносить эти денег и бумаг. Ну а так, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал.